Детский сад «Земляничка» – обладатель переходящего кубка победителей конкурса «Юный эрудит» прошлого года. Именно они стали организаторами сегодняшних соревнований. Всего в интеллектуальном состязании приняли участие 15 детских садов Котласа. От каждого свой представитель – один маленький эрудит. Тема у нас общая, родные края, так как президент у нас объявил годом семьи, естественно, мы берем наш родной край. Этапы у нас была природа, космос, достопримечательности города Котласа и великие люди Архангельской области. Человек беспримерной храбрости, мужественный и целеустремленный. Именно он первым облетел вокруг планеты Земля на корабле «Спутники Восток». Отметьте галочкой или галочкой. Умные дошкольники активно и с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины. Свои ответы они отмечали на специальных карточках, а готовность показывали поднятием руки. Чтобы снять напряжение и усталость, участникам интеллектуальных сражений провели музыкальную разминку. Смотрел материал в Архангельской области и России, и Котласа, и в Москве. Я справился со всеми заданиями, и мне было просто. Я готовился с ребятами, с мамой, папой и Региной Анатольевной. Ты думаешь, победишь, не победишь? Побежду, наверное, или победю. По итогам соревнований призовые места распределились между четырьмя детскими садами. Третье место поделили «Искорка» и «Семицветик». Второе место занял «Огонек», а победителем стал детский сад «Золотая рыбка». Он завоевал переходящий кубок и получил право провести на своей базе конкурс «Юный эрудит» в следующем году.